106. Во вторник на юге Кузбасса ожидается переменная облачность. Пройдет небольшой снег. В Прокопьевске ночью минус 23, минус 25, днем 13-15 градусов ниже 0. В Осинниках ночью минус 22, минус 24, днем минус 13, минус 15. В Мысках ночью минус 24, минус 26, днем 14-16 градусов ниже 0. В Междуреченске ночью минус 24, минус 26, днем минус 14, минус 16. В Шерегеше ночью минус 18, минус 20, днем 10-12 градусов ниже 0. В Новокузнецке 27 февраля будет облачно, возможен снег. Температура ночью минус 26, минус 28, днем минус 14, минус 16. Ветер северный, возможно слабая геомагнитная буря.